Всем привет, ребятки. Ну что ж, давайте сделаем тест Фермина. Благо, он второй нап на втором напе. На ловкости там 120 будет, но опять же на 107. Он идет за Мбаппе на втором напе по ловкости. Но опять же, не сейчас. Сейчас он, как и все, играет. Как кусочек определенной субстанции. В чем его минусы? Дело в том, что у него вроде скорость там 130, там на какой-то раскачке будет даже в 140, но это не чувствуется. После финта, из-за медленного финта, его часто защитники догоняют. Именно те защитники, у которых реакция будет выше в 130-140. Нельзя с фланга играть игроком, у которого ловкость меньше 130-140. Вот если Фермина заходит с фланга, ему скорости финта не хватает, его сжирают. При этом скорость его достаточно неплохая, там 135-137. Но опять же, по барабану, это все приравнивается к 13 и к 130. Пасы, как и все, запота мне интереснее по сам показался. Закрутка, но опять же, точно так же, как и Лукаку, и у запоты было лучше. Но нет косяков, вот у Лукаку, когда мяч отскакивает, у Фермина таких косячков нет. Но и у Запаты тоже, по-моему, не было. Что еще? По Фермину он очень хорошо крутит головой. Вот как ни странно, головой он крутит хорошо и позицию неплохо занимает, скажем так. Но иногда не добегает. Вот он иногда не добегает. Ну, то есть не опережает защитников, не знаю, с чем связано. Ведет он неплохо. Реально мяч приземляется к земле, к ноге. Но толку от этого введения, если ты его не используешь. Можно где-то под себя мяч, да, забрать, там в сторону вильнуть и ударить. Но, смотря какой защитник, это рандомно. Финт использовать сложновато. К сожалению, выталкивают и мяч отбирают. Здесь и ударил, далеко слишком было. Разгоняется, финт, ну, врезается в защитника. Первый прошел, дальше не идет. Вот в чем прикол Фермина, он похож один в один на Санчеса. Вот у меня икона Санчеса, вот я бы не различил, если бы у них бы одинаковые модельки были. Не различил бы ни Санчеса, ни Фермина, они один в один играют, как по мне. Другое дело, что Санчес относительно бесплатно получил, а этого купил за 70. Не знаю, как его продам. Кому он нужен за такую цену, не знаю. Тот же Запота стоит 30. Лукаку 20. Для чего нужен Фермина, не знаю. Я понимаю, что там потенциал на 107, он ловкость качает 120. Ну а Убу на 107 будет ловкость 140. У Запоты ловкость 130. Но они крутят лучше и финтят лучше. И стоят дешевле. Да, нужен дополнительный буст. Там завершение, либо ускорение. Смотря кем будет играть. Но опять же, вышло очень много игроков сейчас на ускорение в ретро-звездах. Вернее, выйдет. Так что, не знаю. Фермина неоправданно дорого стоит. И он не лучше. Он реально не лучший нап. Это проблема, не знаю. Плюс, почему у него такой ценник? Ну, потому что многие ребята пошли за рангами, за распродажи, потратили все денежки, которые были. А Фермина многим не нужен. Я думаю, поэтому его такой ценник завышен. Санчеса напоминает, один в один, только выше. Будут проблемы со срабатыванием финта, будут проблемы с закруткой. Стоит нереально дорого. Миаспортс поменяли бусты местами. Теперь лучше там завершение, ускорение. Второй нап стал третьим. Ну вот так вот, ребятки. Вы должны понимать, для разработчика это выгодно это менять. Миаспортс в этом плане одни из самых хитрых. Они это меняют. Они в прошлом году это меняли с опекой и дриблингом. И в этом году поменяли с ловкостью и реакцией. Ну, вот такие хитруны. Что сделать? А вы по-прежнему думаете, что второй нап лучше? Нет, уже не лучше, к сожалению. Надо что-то менять. Надо реакцию 140, ловкость 140.
и думать, как играть. Такой обзорчик у нас на Фермино получился. 20 лямов нормально, 70 лямов говно. Не должны Напа за 70 лямов жрать центральные защитники. Пока.